Я хочу в компьютер поиграть. Я хочу в компьютер поиграть. Слышите? Ау! Я хочу ванну принять. Помогите! Я грязный! Я хочу ванну принять! Я покушать хочу! Холодильник! Ребят, я жрать хочу! Да чё ж-то происходит, моя женщина? После такого сложного дня можно и поспать! А как мне на кровать залезть? Я спать хочу, наконец! Вызовите МЧС! Чтобы меня на кровать перетащили, пожалуйста, я спать хочу! Чё ж так жить-то сложно, а? Как, девички, ребятишки, с вами снова Эдисон, и как ты уже понял по началу этого ролика, то что сегодня будет происходить что-то интересное и странное. Но вы назовите мне хотя бы один ролик, где у меня там происходит что-то не странное, а нормальное. Мне кажется, такого не существует. Суть этой серии, суть этой рубрики, суть этого видео Майнкрафта, то что у меня нет ног. Вот, смотри, я смотрю вниз, у меня ног нет, ну, в Майнкрафте ног нет, нет. Ладно, ладно, я знаю то, что на F5 есть, но все же. Смотрите, я иду вперед. Я умираю. Вот, вот. Моя клавиатура, видно? Так кто меня убил? Мне кажется, скоро нужно будет на новую клаву собирать, потому что это ненормально. Ладно, я нажимаю идти вперед. Вот. И умираю. Челлендж в Майнкрафте. То есть я вообще не могу ходить в Майнкрафте. Ни назад, ни влево, ни вправо, ни вперед. И вы спросите у меня, Эдисон, а как ты пытаешься проходить этот челлендж? Сейчас мы с вами все выясним. А ты, да, вот ты смотришь на меня прямо сейчас, и я обращаюсь к тебе. Если ты мне пишешь огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию, я обещаю то, что выйдет продолжение. В общем, что мне нужно делать? Так, еще раз, я иду вперед, я умираю. Я иду влево, я умираю. Ага. Я иду вправо, я умираю. И дайте я угадаю, я иду назад, и я не умираю. Не угадал, умираю. Хорошо, если я подпрыгну. Ага, если я подпрыгну, я не умираю. Окей. Кирка, дайте мне кирку. Я смогу поднять вообще, нет? Ага, прекрасно. Я даже не смогу поднять дерево, которое... Подожди, а как мне вообще выживать? Господи. Прыгать я могу. Это все, что я могу делать. Нужно выяснить, как тут перемещаться, потому что автор вот этой карты не такой уж тупой. Он 100% как-то сделал то, что может я вот... Не-не-не-не. Свинка! Свинка! Подошел сюда, быдло! Толкни меня, пожалуйста, чтобы я просто вот сюда, вот к дереву толкни, да? Мне просто нужно кирку взять. Пожалуйста. Да-д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 а! Розовый мешок! Иди сюда! Иди сюда! Ты куда там спрятался? Подошел, ну пожалуйста, ну по... Не выглядывай на меня там из-за кустов! Подошел сюда! Ладно. Я чувствую то, что... Ага, да, все, 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 все. Мое приключение закончилось. Больше я уже не смогу прокопаться. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А тут у нас что? Опа! Смотрите, так, хорошо. Я уже выяснил то, что я могу подняться наверх. Раз, два, три. Ага, прекрасно, прекрасно. Отойди. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все! Я чемпион! Я покорил эту вершину! Я покорил этот мир! Только что мне делать дальше? Если я прыгну вперед. Отлично. Так, подождите, а почему я оказался не там? А вот возле дерева! То есть... Чтобы вы понимали, я там застроил точку спавна. И сейчас я там уже не могу появиться. Я появился возле этого деревца. Хорошо, хорошечно, хорошечно тут я... Сволочь ты деревянная! И даже сейчас я не смогу поднять дерево, да? Опа, смог! Смог, смог! Там есть что-то наверху. Нет, тут что-то есть наверху. Пожалуйста! Да почему ты туда падаешь? Болото-то такая! Дай еще один кусочек! Да, поднял! Успел поднять, успел...
Ядрёна мать, а сейчас я тут заспамил. И сейчас я вообще в другом месте заспамился. Чё за аномалия, мать вашу, происходит? Возможно, так и нужно было? А когда я умираю, у меня пропадают все ресурсы. Ядрить, колотить! Так. Ребят, смотрите, что я обнаружил. Когда я нажимаю на Shift, я перемещаюсь. То есть, но я не хожу. Сейчас, подождите. То есть, автор жопошник. На самом деле жопошник. Смотрите, что он сделал. А сейчас не могу передвигаться. Почему я... Вот. А сейчас... Чё за... А может, куст мешает на моем пути? Да! Господи, как сложно все. Так, когда я нажимаю Shift, чтобы присесть, меня телепортирует. Смотрите. Туда, телепортирует. Я просто... Я даже не передвигаюсь. Меня просто телепортирует. На один блок вперед. Я как будто... А я могу по воде ходить? А ну. Ага. Сложно. На самом деле это сложно. По воде ходить лучше, я больше не буду тестировать. Так. Хорошо. Главное... Я хотел сказать главное, но что-то главное у меня пошло куда-то не в ту сторону. Ломаем... А у меня уже есть дерево. У меня уже 6 дерева есть. Хорошо. Делаем верстак. Я надеюсь, что я не умру. Очень сильно надеюсь. Делаем верстак. Значит, это челлендж все же выполнимый. Я думал, что его намного сложнее нужно будет выполнять. А оказалось то, что я могу тут телепортироваться. Чтобы... Да. Один факт я не учел. То, что, мать вашу, я забываю, что мне нельзя ходить, что мне нужно нажимать на Shift. И я нажал вперед и умер. Матушку вашу. Вот, вернулся. Хорошо, я вернул все свои вещи. Ёханый баба, я даже ничего не делал. Я просто как бы... А чё меня убило? Неужели меня волк убил с одного удара? Челлендж на самом деле очень даже прикольный. Так. Если бы не сраная вода лагучая, как мне отсюда выбраться? Ай! Ага, выбрался. Ага. Вот, прекрасно. Так, идем сюда. Ставим верстачок. Отлично. Сейчас я смогу скрафтить себе меч. Вот кирочка. Замечательно. Вот сюда и вот сюда. Ху! Слава богу, хотя бы с чем-то я справился. Я слышал коровку! Корова! Дай мне свое мясо! Корова! Пожрать дайте мне, пожалуйста, дайте мне пожрать! Да почему я не могу перейти? Как сложно с этими кустами на самом деле? А я смогу тебя убить? Смогу. Твою мать! Я же даже не ходил! В чем прикол? Вы понимаете, то, что даже когда тебя оттал... Да хватит рычать, мать твою! Даже тогда, когда тебя что-то отталкивает, неважно, сам ты идешь, вот смотрите, я подпрыгнул, я не умираю. Если я подпрыгну и пойду вперед, я же сразу не умираю, а умираю только тогда, когда коснусь пола. То есть где-то там в системе, в матрице засчиталось то, что я передвинулся на 1 миллиметр. Также, когда меня волк толкает, я же подошел к нему, ударил его, и он меня сразу оттолкнул. Жопа. Сраный волк и... Там еще из... Ага. Прекрасно. Да, как мне отсюда убежать? Где был волк, ребята? Вы помните, где? Вот он, вот тут он где-то был, да? Да что ж так сложно? Волк, отдайте, пожалуйста, отдай. Сраные волки, которые меня убивают уже в третий ядрит Мадрид раз. Где вы, сволочи? Вот тут. Да иди в сраку, куст проклятый. Вот. Кто? Пацаны, я ничего не делал! Дайте мне вещи мои забрать! Что ж это за жопа-то такая? Пацаны, а почему они на меня орали? А, не, они не на меня орали, они на зомби орали, да? Матушку твою, хейтер проклятый, с лопатой в руке. Если я тебя найду, я ж тебя просто убью! Где ты? Матушку твою, нет! Нет, в этот раз я просто так не сдамся, Где ты? Хорошо, что я умею тпхаться. Твою мать! Нет! А! Где ты? Задница! Бежим отсюда, бежим! Да, там скелет! Скелет! Да!
Уху-ху-ху. Так, бежим. Свинюха! Куда мне забить? Пока не умер, пока все нормально. Так, меня тут никто не найдет, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, миленький мой, давай! Чё ты застрял? Так куда? Не-не-не-не-не-не-не-не! Да твою мать! Чё так сложно? Так не могу вы... Thank you.